Ах, но почему наши дела так унылы? Как больно дышать мы бы с тобою могли. Но где-то опять некие грозные силы бьют по небесам из артиллерии земли. Да, может и так, но торопиться не надо. Что ни говори, небо не ранишь мечом. Как ни голосит, как ни ревет канонада, тут сколько ни бей, все небесам нипочем. Ах, я бы не клял этот удел окаянный, но ты бы смотри, как выезжает на плац. Он наш командир, наш генерал безымянный. Ах, этот палач, этот подлец и паяц. Брось, он ни хулы, ни похвалы не достоин. Да, он на коне, только не стоит спешить. Он не Бонапарт, он даже вовсе не воин. Он лишь человек, что же он волен решить. Но вот опять слез наших ветер не вытер. Мы побеждены, мой одинокий трубач. Ты ж невозмутим, ты горделив, как Юпитер. Что тешит тебя в этом дыму неудач? Я здесь никакой неудачи не вижу. Будь хоть трубачом, хоть Бонапартом зовись. Я ни от чего, ни от кого не завишу. Встань, делай, как я, ни от кого не зовись. И что бы ни плел, куда бы ни вел воевода, жди, сколько воды, сколько беды утечет. Знай, все победят, только лишь честь и свобода. Да, только они, все остальное не в счет.